Обов'язково зробити для Росії неможливим перебування в Радбезі, поки її терор продовжується. Обов'язково створити трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов'язково треба дати на рівні ООН юридичне визначення поняттю «державний тероризм». Усі дії Росії повинні отримати юридичну оцінку. И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа, якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге. В реальности никакого удара по нему не наносилось. Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. And I give the floor to representative of the Russian Federation. Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО. Украинская сторона с подачи наших западных коллег пытается этот авторитет подорвать и превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений. Очень четко и понятно разъяснила, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате... Группировки войск на Донбассе поражены. Детонация хранившихся боеприпасов.